Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру LEGO Star Wars Castaways. Погнали. Так, новая игра, друзья мои. Я зашел посмотреть. Мне вроде бы понравилось. Так что поехали. Ну что же, наш корабль потерпел крушение, и мы приземлились вот сюда, ребята. Какую-то неизвестную планету. Так, внешность. Создам, которая у меня была. Ничего тут не буду слишком выпендриваться. Вот так вот. Так, прическу оставляем такую же. Фина Куфи. Не хочу я Фину Куфи. Леон Нолу. А, Лин Нолу. Шет Приско. Вот. Шеприска. Марти, вот давай так вот. Пускай меня будут звать Марти. Ну что, ребята, наше приключение начинается. Так, ко мне бежит. Привет, я Фэй Доктат. Твой корабль здорово грохнулся там, на пляже. Ты цел? Ты, наверное, немного не в себе, это нормально. Все, кто проходит через Мальстрем, сначала немного не в себе. Ох, Титор будет очень рада с тобой познакомиться. Иди за мной. Титор. Ну что же, пойдем. Будем следовать. Так, пообщаться нужно. А сразу предупреждаю. Титор здесь очень давно и страшно любит всех опекать. Конечно, немного странно, но она добрая. В общем, найдешь Титор возле обсерватории. Иди, знакомься. Угу, хорошо. Так, задание, поговори с Титор. Побежали. Общаться с ней. Ох ты. Здесь она, да? Конечно, вот она. Уже ждет меня, не дождется. Пообщаемся. Приветствую. Должно быть, ты новенький. Рада встрече. Я Титор, куратор и хранитель обсерватории. Обсерватория — это внушительное здание у меня за спиной. Обсерватория была построена древним сообществом ученых, священным орденом Ромулуса, и в ней хранится архив всех знаний и мудрости из исследованной части галактики. Моя работа — следить за безопасностью обсерватории. Если я не справлюсь, вся галактическая история будет утеряна. Это... не так-то просто, даже для дроида. Особенно в последнее время. О нет, еще одна атака на обсерваторию. Таинственный вирус, который мы назвали коррупция, пытается уничтожить все данные в обсерватории. Если коррупция распространится, она может полностью уничтожить обсерваторию. Наш маленький остров будет потерян. Чтобы защитить архивы с нашей историей и нас всех, каждый должен внести свой вклад в борьбу с коррупцией. Вот, тебе это понадобится. Это называется вирусоразрушительная универсальная машина, или ВРУМ, для краткости. Хватай свой ВРУМ и отправляйся в симулятор, скорее. Поздравляем, вы заработали награду. ВРУМ. Давай заберем. Так, ну что, мы поговорили. Теперь надо нам войти в симулятор. Симулятор вот сюда вот. О нет, коррупция распространяется гораздо быстрее, чем я предполагала. Это нехорошо. Заходи в симуляцию. Тантива 4, быстро. Так, тренировочный уровень Тантив. Окей. А что мы тут должны будем делать? Нажми старт, чтобы начать симуляцию. Угу, а что я тут должен сделать, интересно мне знать. Слава всему, ты на борту Тантивы 4. Допустим, я на борту Тантивы 4, что дальше? Опа. Побежал я, короче. А теперь исследуй корабль, найди коррупцию и избавься от нее. Легко тебе сказать. Уничтожьте коррупцию.
Дверь заперта, скорее разбей ближайшую панель. Где? Вот эту вот. Все, разбомбил я ее. Побежал я, короче. Где коррупция? Выходи, коррупция. Коррупция. Еще один способ уничтожить ящик. Это наехать на него. Давай-ка попробуем наехать. Наехать. Ну. Ну я наехал. Что, нажать надо или что? Понял. Так, коррупции не видать? Коррупции не видно, не? Я не вижу, если честно, никакой коррупции пока. Так, я пошел тут собирать. Так, а вот здесь, наверное, нам нужно разбить. Все. Погнали. Ты уже рядом с узлом коррупции, осторожно. Да и ладно, меня никакой узел коррупции не возьмет. Сейчас я их тут быстро запинаю. Вот она, врум поможет с ней справиться. Да? Что-то как-то она страшно выглядит. Отлично, коррупция устранена. Коррупция. Так, уничтожить узлы. Ну что, выход надо нажимать или что? Или мы пособираем тут? Непонятно, чего он тут. Какие-то осколочки, ну это понятно. Это, о, 100 кубиков лего у нас уже собрато. Все, выходим, короче. Так, миссия завершена. Так, побеждено врагов 0, уничтожено узлов 1. Это круто. Так, теперь, наверное, надо пойти и доложить, да? Что так и так, мол. Ребята, это игра онлайновая, поэтому не удивляйтесь, если мы увидим кого-нибудь из реалити. Так, ну что, поговорим? Отлично, после такого приключения у тебя, скорее всего, возник вопрос. Как отсюда выбраться? Боюсь, никак. Корабли, попадающие в Мальстрем вокруг этой планеты, не могут ее покинуть. Поверь мне, мы пытались и не один раз. Мало того, пара самых упрямых до сих пор пытается. Безрезультатно. Вернись к Титор. Так я уже вернулся. Так, что у нас тут? Так, ребят, смотрите. Каждый день появляются новые задания. Здесь всегда есть чем заняться. Я уже вижу. Так, это я получил. Это я забрал. Получи первую звезду. Получил. Общаемся. О, звезда, как здорово. Ты можешь зарабатывать звезды, выполняя задания на острове. Чем больше заданий выполнишь, тем больше звезд заработаешь. Ничего себе, похоже, ты уже ждешь следующего приключения. В таком случае, добро пожаловать домой. Исследуй остров и знакомься с местными. Кива Доктат на рынке, найди его там. Кива Доктат, пошли искать Кива Доктат, кто он такой вообще? Кто такой Кива Доктат? Вижу. Вот он. Эй, привет! Ты должно быть новый друг Фэй. Я Кива, ее отец. Вижу, ты уже заработал свою первую звезду. Отлично. Давай покажу, что у меня есть на продажу. Добро пожаловать, Марти Терран 277. Ну ничего себе у тебя тут на продажу. Шлем имперца. Ух ты. А ну-ка. Так. Слушай, какой лучше шлем? Вот этот или вот этот? Шлем пилота Скайхопера. А это штурмовика. Блин, Скайхопера. Я, наверное, возьму штурмовика. Я буду как штурмовик. Купить. Я доволен. Это твой выбор, да? Что же, у тебя хороший вкус. Забирай. Так, я нашел Кива. Потратил... А, это биты, ребята. Биты данных мы тратим. Забираем еще одну звезду. Нормально.
Че, опять общаться? Ну давай. Знаешь, тебе стоит встретиться с Толором Пантро. У него есть предметы, которые даже не надеется заполучить ни один торговец. Думаю, ты ему понравишься. Да? Отыщите Толора Панро. Пошел я искать Толора Панро этого. Так, это что, заблокирован? А, я могу с ним общаться только, наверное, на трех звездочках. Так, где? Вот он, да? Штурмовик. Типа я купил шлем штурмовика и, наверное, тоже могу с ним общаться. Хорошо. Это ты, новобранец, о котором мне говорили? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Я Толор Пантро, мастер класса солдат. Моя работа вместе с другими мастерами обучать тебе новым навыкам и давать новые предметы, которые помогут тебе сражаться с коррупцией, поразившую нашу обсерваторию. Титор наверняка выдал тебе врум. Разумеется, эта штуковина всегда выручит, в крайнем случае, но давай-ка попробуем кое-что покруче. Вот так. Как поднакопишь опыта в классе, получишь больше предметов и навыков. Бластерная винтовка, тепловой детонатор? Хо-хоу. Так-то лучше, а теперь запомни. Я припасаю лучшее снаряжение для моих лучших учеников. Так что попробуй меня впечатлить. Для начала попросим Титор загрузить для тебя еще одну симуляцию. А я проведу тебя через нее и покажу, как пользоваться новыми предметами. Так, это мы выполнили. Стань солдатом первого уровня. Так, мне нужно возвращаться, я так понимаю, наверное, да? Мне нужно возвращаться и пройти еще одну симуляцию. Не останавливайся, бежим. Бежим. Вот так вот. Ага, я вижу, мастер Пантро снабдил тебя парой новых инструментов. Я так полагаю, тебе не терпится их опробовать в деле. Прекрасно, возвращаемся в симулятор и загрузи симуляцию Мосс Эйсли. Что еще за Мосс Эйсли? Погнали. Эта симуляция где-то тут. Вот она. Отправимся в Мосс Эйсли, это будет для тебя достойным испытанием. Тренировочная программа среднего уровня, кстати, друзья мои. Ух ты. Слушай, ну я сейчас действительно выгляжу как штурмовик. С винтовкой, в шлеме. Давай-ка мы глянем, на что мы способны здесь. Ого. Вот она. Коррупция. Так, уничтожить узлы коррупции. Погнали. Сейчас я уничтожу эту коррупцию. Так, новобранец, выбери значок атаки, чтобы стрелять из оружия. Удерживай этот значок для автоматического наведения на цель. Ну-ка. Ну, я понял. То есть он сам идет и стреляет. Отлично. Для ручного наведения удерживаю значок атаки и перетаскиваю его в направлении, в котором хочешь стрелять. Нет. Ну я понял, что вот так вот. Вот так вот это выглядит. Да это я понял уже. Все. Так. Видишь, ящик? Преграждает тебе путь. Взорви его гранатой. О-о-о. Гранаты, это хорошо. Давай так вот. На. Ничего больше мне тут не преграждает. А вот это что такое? Ну-ка взять. Ага. Это мы восполняем свои боеприпасики. Куда? Ишь ты, вышел там. Зелебоба несчастный. Ребят, вам не тихо? Может быть погромче чуть-чуть сделать? Давай чуть-чуть. Вот так вот. Не, наверное, еще можно, да? Чутка. Так, а куда мне идти? Наверх, что ли, получается? Что-то я не врублюсь. Так, не надо лагать только, пожалуйста. Аккуратненько. Крадемся. Всех бомбанул.
Ох, там внизу птичка какая-то гигантская. Ага, коррупция тут. Хм, защищенный узел. Устрани всех врагов поблизости, чтобы снять защиту. Танцуй, ты посмотри, он дразнит, ребята. Он меня дразнит. Бонзай! Ой, что он делает? На, отлично, а теперь уничтожь узел коррупции, пока щит не восстановился. Не восстановится этот щит. Можешь не волноваться. Вот и все. Ага, вот и все. Это только был первый узел. Дай-ка я гранату кину. Так, бумкнуло. А, тут сердечки, да? Все. А вот это вот что такое? Тут мы какие-то, вот видишь, получаем какие-то капсулы. Пока я не понял, для чего они нужны. Но для чего-то нужны. Блин, ящики можно было и просто разбить. Не обязательно туда бросать гранату. Такой тихо, потихонечку крадется. Так, ладно, пойдем. Угу, я понял, не так-то просто все, да? Чего? Значит, туда. Все? Замечательно. Так. Хм. Этот нам, наверное, ящик нужно все-таки туда толкать, скорее всего. Ты посмотри, 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 что делают. Я вам устрою сейчас джедая. Так, мы здесь пройдем же, да? В легкую. Так, они меня, наверное, немножко заруются там. Отняли. Так, что у нас здесь? Пока ничего не вижу. Он следит. Подожди, подожди, подожди. Вот это что такое? Патроны, да? Мы с тобой боеприпас нарядили. Готово. Еще один защищенный узел коррупции. Запомни, сначала убери врагов поблизости. Да это я уже понял. Что вы как к этому-то объясняете мне? Ай! Ого! А этот там бежал с чем-то. Рукопашник несчастный. Да я птичку. Так, хильнулись. Слушай, здесь надо... Ага, кнопка. Так, где-то еще должна быть одна. Вот она. Сейчас я тут все сделаю как надо. Не будь я Марти. Ну, где-то там коррупция. Отличная работа. А вы как думали? Мы по-другому не умеем. Да, ребята? У нас всегда отлично работает. Так, выход. Так. 6 врагов. Что-то получаем. Ты прекрасно справился, и теперь у тебя достаточно опыта для нового ранга. Поздравляю. Так, ребята, мы получили укороченный бластер. Или получили, или можем как-то приобрести. Тут одно из двух. Так, что теперь скажут мне? Куда мне теперь идти? Отчитаться? Отчитаемся. Ты очень быстро учишься. Я буду с большим интересом следить за твоей карьерой. Похоже, ты уже готов получить следующий ранг в классе солдат. Поговори с Толором Пантро. Понял. Спантра — это тот самый солдат, который меня обучал? Нет. Или...
О, это какой-то другой, ребята. Или он? Нет, это он. Ну давай. Уже новый ранг? Давненько никто так быстро не шел вверх, новобранец. Впечатляет. Посмотри, какие бонусы дает тебе второй ранг. Да я уже вижу. Второй ранг дает опупенные бонусы. Укороченный бластер. Ну? Все? Нет, надо поговорить с ним. Думаю, ты заработал себе новую игрушку. Давай вернемся в симулятор и испытаем ее. Так я так и... Так, завершите третью тренировочную симуляцию. Понял, пошел. То есть это пока идет, насколько я могу понимать, обучение. Ребят, пишите в комментах, как вам игра. Зайдет, не зайдет, будем играть, не будем. Так, что мне, в симуляцию, что ли, сразу бежать? Ну да. А в чем, извини меня, разница? Так, тренировочный уровень. Стыковочный отсек. Выбираем. Погнали. Окей, давай проверим, взял ли ты свое новое оружие. Открой меню класс. Здесь ты можешь изменить выкладку перед входом в симуляцию. Следи за указателем, я понял. Берем. Или что? Ну, взять? Взяли. Хоба. Хоба. Молодец, новобранец, запомни, это можно сделать перед входом в любую симуляцию. А теперь загрузим следующую симуляцию и испытаем твое новое снаряжение. Я нисколько не возражаю. Давайте проверим, что у нас из этого всего получится. Блин, опять же музыка, ребята, из Звездных Войнов, она может попасть в запрет. Поэтому, наверное, я все-таки сделаю потише. Надо было вообще, наверное, ее вырубить. Так, смотри, что тут происходит. Драки вовсю. Так, два узла коррупции здесь. Ничего себе дробаш. Вот это я понимаю, ребята, веселуха сейчас будет. Так. Ну чё, где паршивцы-то эти все? Ой. Ага. Всыпал я им по первое число. Так, тут можно же... Зачем ты так сделал? Уходим. Я вообще-то хотел вот так вот сделать. Кувырок, типа. Ага, ага, там стоит вражина. Что он там делает? Оттачивает стрельбу, что ли? Смотри, смотри. Или это не внизу? Так, что-то надо нажать. Жить. Ворота открылись. Это кто там еще? Ё-моё! Да хорош! Я еле, ребята, выжил здесь. Уже все, думал, сейчас испущу дух. Так, а это что такое? Сюда, что ли, надо? Так, это первая коррупция. Так, подожди, вот это я заберу. Так, это мы, наверное, с тобой открыли ворота, скорее всего, да? А, вниз спуск. Чего, что там, кто-то орет или мне показалось? Сердечко дай. Там внизу еще и роботы эти ходят. Никудышные. Все, я его сломал? Я его сломал. Подожди, а куда мне его убрать? Так. Интересно получается. Так, это боеприпасы. А этот робот опять ужил. Ты посмотри, забегал он там кузнечиком. Вот его надо взять.
Опять не то. Ну что за фрезы опять, а? Вот мы его берем и вот сюда ставим. Лифт. Посмотри, сколько их там. На. Там двоих как будто и не бывало. Да, ребята, извините за подлагивание. Ну, сам понимаешь. Играем через... через AirServer, так что... Да ё-моё, ну... Ладно, пойду разберу... Он сам ко мне прибежал. Дурилка деревянная. Получил свое. Имперцы. Так, а мне сюда вообще надо заходить? Так, здесь закрыто. Хм, здесь тоже закрыто. А, это я тупо оббежал. Все, я понял. Так, ну что же, я пошел тогда вниз. Так, сердечко мне нужно, не нужно? Сейчас проверим. Так, а вон... Ой-ой-ой-ой-ой. Да... Смотри, смотри, какой он. Еще и гранату бросил. Так, там еще один остался. Да ты строчи по этому-то гаденышу. Есть. Да. Стоп, 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 стоп. Куда ты идешь-то? Давай, 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 давай. Есть. Я его подбил. Так, а теперь что нам нужно? Нужно отодвинуть. Вот так. Готово. Так, две коррупции уничтожили. Все, тихо. Давай, 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 давай. А чё? Они сами виноваты, побежали на меня. Ну и получили свое. Соответственно. Так, наверное, можно выходить, да, из симуляции. Да, можно выходить. Все равно здесь уже больше ничего не осталось. Так, миссия завершена. Вот столько мы всего получили. До уровня не хватило нам чуть-чуть до следующей звездочки, к сожалению. Ладно. Так, в этом обновлении что нового? Покупай личный транспорт, новые прически в парикмахерской, новые возможности общения. Так, выполнили миссию. Забрали награды. Третья звезда, да, ребята? Третья звезда. Так... Давай пообщаемся. Ты очень хорошо справляешься с коррупцией в симуляторе. Я довольна. Несмотря на то, что я раньше рассказывала тебе об обсерватории, это не просто архив знаний. Это мудрость, это история, наша история. Это настоящий памятник тем, кто, возможно, позабыт всей остальной галактикой. Если мы будем помнить их и учиться у них, жизнь будет гораздо лучше. Если ты ищешь правды и жаждешь учиться, у нашей... богатой истории ты получишь ответы в обсерватории. Точнее, мог получить, до коррупции. Мы вот-вот окажемся на грани катастрофы, и если ты нам не поможешь... Ага. Все, ребята, обучение пройдено. Я рад этому. Но, прежде полагаю, тебя искала эта девочка Фэй Доктат. Отыщи ее. Поздравляем. Так, я заработал награду. Спасибо.
Так, играть по сети. Играть с другими игроками. Давайте так. Ну да, конечно. Так, все, ребят, побежали мы куда-то. Куда-то побежали. Эй, я тебя везде ищу. Надеюсь, в обсерватории все прошло гладко. Теперь ты здесь, и я думаю, это отличный момент, чтобы познакомиться с парой местных. Гибен Фом и Герак Айни всегда рады новым знакомствам. Найдешь Гибена и Герака возле сцены рядом со статуей, мимо которой ты проходил, когда в первый раз шел в обсерваторию. Так. Поговорите с Гераком. А, Герак. Так, а мне что нужно еще сделать? Опять пообщаться с ней? Ну ладно. Эй, ты вернулся? Хочу показать тебе кое-что действительно интересное. Наши транспортные симуляции. Они очень похожи на те, что ты видел в обсерватории. Только вместо того, чтобы бегать пешком, ты можешь летать на кораблях. Круто, скажи. Тебе стоит забежать познакомиться с Лаурастой Виртуа. Она помогает обслуживать транспортные симуляторы и наверняка с удовольствием покажет тебе, как они работают. Угу, как они работают. Нет, можно мне взять... Так, он сказал, когда будешь бежать мимо статуи, где-то здесь должен стоять чувачок. Мимо статуи. Может, вот это? Кто это такой? Хм. О, привет, я Герак, рад познакомиться. Добро пожаловать в наше поселение. Уверен, ты здесь приживешься. О, прости, не хотел сказать ничего плохого. Я правда думаю, что тебе здесь понравится. Просто у меня кое-какие проблемы в этом дело. Мне нравится эта группа и мне нравится их музыка, но я не умею танцевать от слова совсем. Может, ты... Может, ты мне пару па? Поздравляю, вы заработали награду у ворот. Так, ну... Что там у нас? Настроить. Это что такое? То есть мы можем... Нормально? О, видишь, как-то... Какой... Это... Говностайл. Да, вот так вот. Что, да, что там, что дальше-то? Еще пообщаться, что ли? Или что, надо нажать на него? Ага, вот. А, это мы ему показали пару приемов потанцевать. Да успокойся ты уже. Да все, все, он уже понял. Да он понял он. Ого! А ты умеешь двигаться, а если мне удастся выучить эти движения, я буду крут. Конечно, будешь крут. Поговорите с Гибеном Фомом. Так, вот это что такое у нас? Опа. Нормально так, да? Сели. За кружечкой горячительного чайка. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, на этой ноте мы сегодня закончим эту серию. Пишите в комментариях, понравилась игра вам или нет. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.